Coño. Se te tiene coño. Coño. Se te tiene coño. Пацаны, вы решили, что вы взяли? Возьмете первое. Я, честно говоря, не это. О, ты тоже верно. Сейчас бы в Армане одну сумку взять на весь бюджет. Пойдем в Гесси, возьми хорошую сумку. Пишу. Пойдемте, возьмем в Гесси. Я готов потратить. Аба, пойдем. Пойдем, посмотрим. Как можно на сумку потратить деньги? Как можно на сумку потратить деньги? Не, у тебя, брат. Легко, согласен. Честно, даже мысли нет ничего. Ну, наверное, одежду какую-то. Не, брат. Саркатвалёга, Марджоба. Не-не. Пойдем в Армане. Спасибо большое. Там, знаете, вот сумка там, она не на всю жизнь. А вот, например, какой-то гаджет. У меня никогда не было вот такой сумки, понял? Это чернаповская. И у меня в Дубай надо ехать, брат, для такой сумки. Что здесь за сумки? В Дубай тоже ехать? А ты участвовал в розыгрыше, чтобы выиграть такую же сумку? Да, я во всех розыгрышах твоих участвовал. Этот куда пошел? Винс Рэп. О, Валик, клянусь, брат, это твой. Это мой стиль. Это как этот носил, япончик. Какой япончик? Вряд ли. Вась! Пацаны, полищат, если он должен купить ее. Не, да хуйня, брат. Мне курдули надо. Курдули? Тут нету курдули. Хуйня. Пойдем в Армане. В Армане пойдем. Я пишу. Какой сын петарды? Самир пишет я. Самир, с тобой что стал, долбай? Он шутник за. Камар Джаба. Иди посади, брат. Нет. Армани бей? Тормози за идею. Спросил, да, Армани, не Армани, я не знаю грузинский. А более нет, блядь, армяне нет. Короче, я предлагаю что? Не идет. Надо сначала техникой закупиться. А что за техникой? А потом как это... Клавиатуры хуй, всякую хуйню такую. Ты главу хочешь? Вальду, пойдем дар крошки посмотрим. Бля, честно говоря, я бы тоже главу взял. Знаете, в чем прикол? Знаете, в чем прикол? Вы же айтишник. Стоп, стоп! Досмотри до конца! Что лучше? Взять CSGO Prime за 1000 рублей в Steam или за 100 рублей на LOL Steam? Я думаю, выбор очевиден. LOL Steam — это честный и безопасный сайт, где ты сможешь найти дешевые аккаунты по любым играм. Я да. Я тоже да. Подожди, а ты на Twitch больше не работаешь? Да, ко мне. Я не на Twitch работаю, я с Twitch'ом работаю. А как человек, который с Twitch'ом работает, в бане оказался? В бане? Он как никогда в бане не был. Ты был в бане? Я не был в бане. Был он в бане. Даже, брат, кое-что запрещенное слил, ему похуй. Как собака на грузинском будет? Как собака на грузинском будет? Захли? Захли би? Захли один. Захли ту. Это много. А вот захли би? Захли би. Захли би. Скажи на базаре спаси. На базаре спаси. Паси. Паси. На базаре спаси. Не спроси меня. Бля, чуть не сломал. Как сказать на базаре спаси? Брат, на базаре спаси. Это что значит? Я спрашиваю. Спрашивал? Я маленький, горит. 180. Она проверяет. О, я знаю второе задание. Не, нельзя играть, продажа. Игра би. Спроси, на базаре спаси. Я спросил. Нет, не, она не тебе скажет. Как? Скажи, ам на базаре спаси. Амна? Ам на базаре спаси. Ой, ам это на всех языках. Нет, пизда. Ам этот, того маму ебал, этот, ам. Да, этот, блядь, буду. Того рот ебал. Ам она... Ам на базаре спаси. Ам, да все, она уже сказала. Не, хуйня. Надо, я за эти деньги достаточно бокса куплю, убью, блядь. Сколько стоит? Евро? 580 лар. 580 лар, это что? Можно, знаешь, есть приют для собак. Меня сдать? Кстати, настоящая собака дешевле. Вот он настоящий собака будешь. У вас настоящие собаки по городу, знаешь, сколько бегают? Уже в мотеле. Ладно, тихо. Брат, ты знаешь, мне лучше такое не говорить. Ну да, о, казашка, девушка. Девушка, а вы же не местная, правильно? А мы дух. Мы просто вот сделаем такой, знаешь, флешмоб и спрашиваем людей, как вам Грузия. Да. Вы давно вот приехали сюда? Можно микрофон? Да. Да. Нет, можно. А, ну ладно. Если что, мы двухместные. Спасибо. Ты видел, как она на меня смотрела? По-любому мне хотела потом с вами заговорить. По-любому. Отвечаю. Надо Алга сказать, забыл, блядь. Кыргызстан? Алга. Ой, она с Казахстана же была, нет? А, да? Она с Казахстана. А тебя поправила она? Нет, ебанутый. Нет, тоже нет вообще. Так, вот клавиатура, кстати. Ой, это что за клава? А кто спиздил вот эту хуйню? А какую клавиатуру ты хочешь? Dark Project. Dark Project? Пацаны, советуйте Dark Project. Это у меня, кстати, у меня, кстати, Dark Project одна из самых лучших клавиатур, которых я использовал когда-либо. Нет, пацаны, есть разные дарки. Есть дарк КД-87 вроде, она очень офигенная. А кто здесь? Вон работники, пойдем подойдем. Камар Джаба, а не подскажешь, а Dark Project есть клавиатура? Клавиатура, Dark Project. Окей. Получали, мать,
Говорит, одна модель есть, вторую откроем, если хотите. Фи. Что говорит? В этом филиале нет другого места. 500 лар стоит. Сколько? Пошросили, что 500. Перевести 500 лар в рубли. 20 тысяч. Пиздец. 20 тысяч КД-87, она 7 тысяч в Москве стоит. Короче, купим с России. Слышите, пацаны, а можно же так сделать, что вот сейчас, например, у него одна покупка есть, для него карта блокируется, я ему с России отправлю, чтобы он сэкономил деньги, чтобы он побольше себе что-то купил. Вы же не против такой движухи будете? Это, ну, по факту, это жесткая экономия, он больше себе вещей сможет взять. Либо он сейчас 20 тысяч потратит. Пустую, брат, пустую, клянусь. Да-да-да, я, кто-то пишет. Салвитамин. Сколько стоит? Да, у нас пиздец дорого. 1600. Да нет, если сравнивать по старому курсу, то здесь дешевле по старому. По старому. По старому. А по нынешнему? А по нынешнему? Аба, у тебя покупка это уже есть. Стал. Это не здесь цены понять, это рубль. Ты что, давай скинемся этот монитор. А у тебя купим. Что? Что у меня что? 1000 хочешь. Бля, я не знаю, может, если... Подожди, а как это? Ты хочешь с России нам, ему отправить клаву? Да, я ему клаву с России отправлю, просто чтобы легче было. Типа 10 тысяч бабок просто... за такую клаву, как 8. Будто бы... Ну, 8 пусть будет. Ты когда будто приедешь, он тебе купит? Как будто бы очень охуенная, знаешь? Ирин, да. Он купил, сделал покупку? Короче, давай нет. Покупку, пусть будет так. Пусть будет, клаву. Реально. А зачем тебе клаву еще брат, одну? Сюда хочу отправить, чтобы брат, братишка у меня хорошо за компьютером играл. Это мой комп тоже, я же не навсегда в Краснодар приеду. Ну, можно так. Как раз у вас выйдет, как вы одну клаву здесь купили. Да. Получается так. Сейчас моя очередь. Что? Покупать, он купил. Аба, деньги заблокировались, куда покупать, брат? А задай на... Тут не все так быстро, тут пишут да. В чате, что деньги уже заблокировались. Подожди, стой. Ну, типа, мы вдвоем выполняем задание, и вдвоем по одной покупке делаем, как я понял. Да. Верно. Чего вы за руки держитесь? Два друга. Давай сейчас спортивное задание какое-то. Блять, спортивное, как будто бы не для меня. Как будто бы, давай ты меня поднимешь и поприседаешь. Не, вообще не. Давайте я вам задание дам, охуенно. Нет, брат. Слышите, давайте просто один палец накрасим. О, для тури. Какой-то кастом сделаем. Кастом, типа ты напишешь хле, он оба. Нет, хле оба. Типа и вы будете вот так, типа, когда палец себе не показывать. Нет, брат, хле тогда пусть пишут, блядь. Идите реально, накрасьте себе ногти. Пойдемте здесь это сделаем. Да, пойдем где-то маникюр купим, просто черным диване. Нет, нет, погнали здесь. Это пойдем сделаем. Купим им сейчас лак розовый. Не, розовый не будет. Черный воровской. Не, черный воровской, какой интерес, блядь. Красный, а какой желтый. Вы уже все свои пальцы накрасили. Да, красный. Давайте заодно на Керима в жопу выйдем. Нет, красный. Пойдем покупаем красный лак, и вы на ногти делаете. Не на все. Вы нет. Сказали на один. Правую руку. Я краску. Давайте нет, давайте так. Нет, просто чат сейчас заспамит. Один их цвет. Же двое, да. Их же двое, брат. И у них по две руки, правильно? Если был бы один, то две руки. Один одну руку делал, другой другую руку. Можно желтый, синий, красный. Как там еще? Синий, желтый. Я только воровские цвета буду делать. Если сам красоты, это вообще класс. Не надо переплачивать, сами ебать. Да. Фоку Ге, оденься в одежду Аладдина, Алик, Джина. Вообще, и гуляйте по городу. Дима, я тебе куплю. Если тут ебу я? Если тут будет? Пацаны, может, похуй, расчехнемся, пойдем на эти бабки. Все, ах, халал в баню, и там, это тоже сюрприз. Там, несколько кто-то... девочек, о-о-о. Да? Да. Кто хочет стрим с девочками в бане? А я женатый человек, мне похуй. Ладно, шучу. Баню делаем? Стеклами. А вам надо, это вам надо. Сегодня у нас с Ренатом вообще денег нет. У нас с тобой денег нет. Реально денег нет, для вас. Подожди, а спроси у них, есть ли здесь сам салон, брат. Тут должен быть в торговом центре что салон. Нахуй, вот маникюр. Здравствуйте. А по-русски говорите, нет? Вы тоже, да? Понял. Вот лак, вот. А вот лак есть. Давай. Нет, не, нахуй синий. Все, вот. Нет, сейчас какой синий? Вот охуенный, смотри, брат. Красный, Кирилл, не, нихуя. Далик заебал, задай мне задание. Ух ты, ну. Да все. Давайте флаг Азербайджана, а тебе флаг Армении. Вот. Флаг Азербайджана, флаг Армении на пальцах. Не, мы флаги не делаем. Давай, почему? Вот, просто. Вот. Да. Я, он сейчас синий, он красный? Все. Не, я красный не хочу. Не, я не... А ты почему сам себе? Бать, красный возьми. А, ты калику, скажи. Без разницы. Да, вы уже, Алик, хватит, да? Ой. Ну, по эпоху, брат, где красить ногти, честно говоря, блядь. Становится нефором, блядь, без разницы где. А давай я буду красить, а? Нет, ты идешь нахуй, я сам себе. Во, вот здесь, вот здесь. Не, не, самому нельзя. Почему? Кто-то из нас, выберите кого-то из нас, вы сами не умеете. Сам себе никогда никто ничего не делает. Ладно, чары мне красят. Я Алику прошу, я аккуратно. Дай, дай я ему. Да не у меня, долбай. Алик? Ты знаешь, я пизди забуду. За что? Я его не сделал. Аккуратно переносим. Дай мне микрофон. Я это, хочу сидену. Разве все красишь? Да, одну руку. Нет, нет. Одну руку? Мы пальцы договорились. Мы сказали пальцы. Ну да, одну руку.
Один палец. Какой один палец? Один палец, какой прикол, правда? Правила на ходу меняются, баланс тоже должен расти. Я тебе объясню, как оно изменялось. Если мы что-то рисуем, то один палец. А здесь у нас два цвета, хотя бы нужно два пальца. Либо три пальца и раздельными цветами. Нет, четыре пальца. Два пальца. Нет, два пальца, вот. Или нарисуй на одном что-то. Вы сегодня очень красиво выглядите. Похуй на больших пальцах, да. Не знал, что в Грузии такое есть, но... Удивлен. Кутикулу снимать не будете? Або нет, мне не нравится большой палец. Мне тоже мизинец нравится. А у меня на мизинце он красивый, да? Здесь. Только снимать нельзя его. До конца стрима должен доходить. А как он палец снимет? А как я сниму, блядь? А он его грызть умеет. Блядь. Такой супер непор, блядь. Такой непор, сейчас у тебя тоже красивый. Сейчас я тоже буду красивый. Ладно, блядь. Блядь, ты какая зайка пьяная. А ты что думала? Зеленый куда? На вот это, на указательный. Не, на указательный. Нарисуй что-то на одном, да? Не, на указательный. Что ты делаешь? Думаешь, мизинец прикольно будет. Бля, брат, тогда уже нарисовал. Я на мизинец. Бля, я его маникюрные способности ебал. Ты посмотри, как у меня пальцы красивые. Проси, опыта не было. Клянусь, таки анкулик. Подуй, подуй. Алик, идем. А мне нарисуй. У меня большие ногти. Большие чай, да, надеюсь? Не-не-не. Бля. Пока... Да, давай вот так же. Какие кенкулики. Не, блядь, хочу вот эти. Знал, почему эти? Мне эти нравятся, ну вот так, типа, ёлка. Тогда вот этот и вот этот. 62, 62. Алик в начале стрима говорит, Кирим, без треша, пожалуйста. Я такой, да, конечно. Честно говоря, сука, ты не мог хоть красный выбрать, розовый, блядь. Это пурпур, это вишневый, давай. Это такая хуйня. Ты давай, это вишневый, а это цвет травы. Все, давай. Это пири. Брат, я хочу на одном нарисую, ты же говорил, на одном пальце нарисовать. А я не понял, брат, пока мы на одну вещь, одно задание выполнять, это будет охуенное задание выполнять. Да, брат. Ну, нет, а так работает, родной. Я думал, задание выполняешь, когда сумма разбогатеет. Нет, иногда вы можете несколько раз тратить. Просто это быстро надо сделать. Сделать. Пацаны в чате, вот, типа, мне спамят, горят заблокированные деньги, аба. Блядь, ты смотри, он накрасился. Извиняюсь. Он уже тянется, вы прикиньте. Ты он сам тянулся, не ври, блядь. Это проверка была, я знаю, проверка была. Нет, я тебя проверял. Нет, это я тебя проверял, брат. Это очень странно. Слушай, давай на красном это сделаем. Ну, нервничает, Вася. И на зеленом красном сделаем такой же рисунок. Что ты делаешь? Я нарисовал все. Давай на этом тоже так нарисуем. Это что за новогодний? Давай, давай. О, ну понервничал, меня не поправил, Вася. Ты дай мне новогодний маникюр. Алик уже все, я говорю, он пассивный этот друг. Во. Бля, Алик, это... Смайлик это был? Да. Мне тоже что-то придумать нарисуют. Ему тоже, Аба, что-то сделай. Какая ты мразь. Дай ему тоже нарисуй, а то обламывает. Не, не хочу, я нарисую. Я нарисую, Вася, я нарисую. Блядь, не получилось. Не пиши ничего. Я знаю, какую букву ты хочешь написать. Напиши П. Что это, дура? На мои пальцы нарисуй. Наш. Теперь наш. А, ты мр... А, ты... А Z хочешь приписать, что ли? Брат, мы в Грузии так не знаем. Хуй пальцы. Бля. Он все испортил, Вася. Сука, маникюр испортил. Так, пацаны, теперь держите пальцы. Маникюр изобрюсь, если не дали. Так, короче, пацаны, у вас разблокировались опять деньги, и вы выбираете, что вы сейчас хотите сделать. Я сестре хочу Marshall наушники купить. А ты? А я еще не придумал. Я тоже сестре. Пойдем тогда к Marshall'ам. Пойдем. Почти, оцени. Если, если гель, лак, он не высохнет без ультрафиолетовых ламп. Не-не, высохнет, брат, ты чего? Шлам? Он говорит, не высохнет. Это не наш Red Bull. Наш Red Bull мы там выкинули, я не знаю. Ой, ужасно выглядит. Да. Не, на тебе это, кстати, выглядит нормально, а на Гиу почему-то брат, нет. Я же с душой сижу. Вот просто посмотри, покажи. Что? Вот так вот. Покажи пальчик. Бля, брат, у тебя даже стойка изменилась. Ты вот так стоишь. Ты маникюр показываешь. Вот так. Брат, мужики вот так показывают, а не вот так. Вот. Отъебись. Пойдем. Думал обнять его. Бля, я вообще не понимаю, кто здесь живет давно, а кто здесь приехал только. Хуй даже. Все так по-разному одеты, что они разве дорого стоят? Пацана, если этот Алик купит сестре наушники, хотя да, может, если... Это плюс реп? Что? Типа, что Алик покупает сестре наушники, а не себе. Не, они очень удобные. Если честно, они очень модно даже на голове смотрятся. Да мне похуй, не нравится. Делаешь, я хочу. Она хочет такие, да? Она хочет. Шейли, да? Бля, все пишут плюс реп, брат. Купи 36 сестры, и тебе плюс реп будет, заткнись. Че говорят? Говорит, расплатись, пизду доходь. Только надо карты АПЭКС сначала вытащить, а ну тебя? Да,
Окей. Дай мне Apex карту. Хо. Гео, дай Apex карту. Че я сказал? Apex себе. Короче, как Алик взял, он своей сестре подогнал, я своему брату. Вот эти часы возьму. Вообще, пацаны, стоит их брать? Я просто не брат, знаю. Это очень хорошая фирма, кстати. Называется Мигра. Ты знаешь? Он просто носит такие часы, я не люблю эти электрические. Все пишут, что это от Тинькова. Поправляют. Взять я? А ты что думаешь? Можешь взять просто Вибро взять. Тор? Не, реально. Да, купи, да. Купи, что? Купи, не. Если брату подарок, это что купи, получается купи в чате? Напишите сами. Плюс рэп всегда. Или вот эти взять. Ну, вообще, если посмотреть, да, самые да лучшие, это вот эти, наверное, будут. Вот эти? Они выглядят, брат, понял? Возьмем. Почему давай минус реп, долбарики? Вот возьми, брат. Айс. Электроны бей. С-модели, бро. Ну, что было красиво, что купить? Иду, ничего. Не, зачем? Он красивый, эти смарт-бэнды. Смарты именно? Нравится, смарта офигенная тема, брат. Ему сообщение туда приходить будет. Они нормальные пацаны, я просто не разбираюсь в них. Алик уже с покупкой. Алик, а здесь пакеты не дают, да? Надо было пойти гарантию, чтобы они проверили. Я сказал, хуй ложить, лень. Брат, а машины не работают. Да, работает по-любому. Ладно, вместе с ним проверим тогда. Да, давай, давай. Что? Могут проверим не работать часы. Могут же наушники не работать, да, по факту? Нет. Это же маршалы. О, пацаны, я такой долбоёб. Кто когда-нибудь брил, ну, хуй, а потом... Из-за того, что брил, через 4 дня чесаться начинает. Ай, блядь, не могу стоять на месте. Ломает меня это уже, все, это мука какая-то. Там все, что факт, пацаны пишут. Да, блядь, ты хуй-то брил 4 дня назад? Ага. Маленькие волосы отросли, угу, и чешется, пиздец. А чё, ты что думал? Не знаю, лазерку ты делал там. До конца никогда не брил. Чуть-чуть оставляю. Да, какой чуть-чуть, брат? Сука. Если я чуть-чуть оставляю, у меня все равно они колючие. Мне надо тогда, ну, какой-то лес оставить где-то. Ну, бля, ломает. Некоторым девочкам нравится лес. Знаю, ну, бля, во рту, когда вытаскиваешь, бля, вот такой волос, блядь, не поправляет. А что ты мне на мне показал, сука? Не знаю. А что, вы уже взяли часы? Не показали, а подсказали. Ага. И в этом. Короче, пацаны, у вас первая покупка есть, давайте просто покажем. Это маршалы и это часы. Оба купили не себе, а своим родным, типа. Пока что для себя ребята ничего не купили. Клаву тут, клаву. Ну, клавиатура у нас с Москвы, да. Маглюба. Все, поехали дальше. А сколько у вас осталось, пацаны? У меня получается 960. А у Алика? Не знаю, он у него. А у вас одинаковые цены стоили сейчас? Мне на 52 больше. Да, ну 800, 900. Короче, пацаны, деньги заблокировались в чате, мне кто-то может написать? Не-не, в чате. Да. Не-не, почему? Не заблокировались, пацаны. Подожди, подожди. Мы лимит не будем. Сейчас еще неизвестно. Короче, пацаны, я думаю, сейчас я не чувствую блока. Слышите, пацаны, одно задание нужно хорошее сделать. Я вам сейчас, остановитесь, я вам сейчас скажу, что нужно сделать. Вам на двоих нужно сделать какое-то доброе задание. Мир спасает доброта, как вы знаете. Мир спасает доброта, и мир спасаем именно мы. Да. Вы, молодые люди. Я бы на вашем месте купил бы вон цветы. Цветы, идем девочкам. Цветы? Я тоже буду. Девочка подарила. Бергау. Кейджман. Лучше рада вообще или возьмем? Ай. Бери руки, Вася, бери руки, бери руки. Давай, пойдем, похуй. Куда? Около шлангов, не трёмся и все. А, понял. Несу, о чем снимать говорит вообще? Можешь объяснить? Снимать нельзя? Глава, нельзя. Охраны, нельзя снимать. У нас же как в Дубае. Глава охраны сверху, понял? Мол, людям дискомфортно, их не снимайте. Понял? А им типа это сказал кто-то? Да. Послали к нам, понял? Что это бред? Вон стоит. Это бред. Нам похуй. О, она же корабли не халки, да, дрездаки. Тут стримы пиздец. Дина, чать просто не говоришь. Чат, да, может попробовать. Пойдем к главному холу, выйдем, я оттуда же подумаю. Не, брат, там именно хол. Ну, хорошо, можно. Красе вообще любая вещь, пацаны. Красе, когда ты идешь с камерой, все тебе улыбаются. Да в Москве то же самое в 90% случаев. Здесь уже мы в три магазина зашли, в три магазина нас попросили камеру убрать. Заебывай, джесс. Кто соскучился по краснодарскому движу? Думаешь, какая бабулька? Я хочу бабульке деньги дать. Возьми в рот у меня просто. Давай. Вон, иди купи собаке корм.
купите собакам корм. Колбасу купи собак на карту. Да, пацаны, какой-то такой плюс реп собакам делать. Что, когда здесь люди... Не, ну люди здесь тоже, знаете, ну как-то нуждаются. Вон, какая собака маленькая. Где? Что, ты испугался, что ли? Не, хочу... Можешь я спросить, а могу я снять эту собаку? Да, конечно. Спроси. Да, конечно, можно идти. Да не могу, так я наглую. Да ничего, брат, она кайфует. Брат, три женщины, блядь, вы что, гоните? Как он боится? Я не могу даже объяснить им. Почему? А можно посмотреть ее? Какая прикольная. А сколько лет ей? Два года, блядь, урицы. Какой урицы? Полтора. Прикольно. Хорошая. Удачи вам. Хороший. Ладно, купи собаку, короче, плюс реп, я знаю. Давай, какой. Обрадуешь меня и... просто. Покупаешь собаку и отпускаешь ее на улицу. На свободу. Правильно, блядь. Или, Вась, или рыбку. Купи. Покупаешь и рыбку скидываешь сюда. Канализацию. Пойдем в магазин. Такого еще никто. На его ногти. Или реально в туалет, типа, смываешь ее. Во-во-во. Пошел. До после, до концу. За шею бери, долбарь. Собака, которая... Пойдем в магазин, бабульки, оплатим эти продукты. Давай, давай, газовой. Газовой, 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 до последнего. Делаешь? Делаешь, газовать. Правую ногу на шею, долбарь. Давай, давай, до последнего, брат. Смотри, он весь в царапинах. Да, брат, он видишь, он весь в царапинах, потому что он борзой. Осторожно, Вася, я чуть не хочу с ним. Бля, мне нравятся собаки в Грузии. Бля, бро, тебе очень сильно Грузия, говорю, Краснодар изменил. Я в тот раз приезжал, Рина со мной едет, я злой, меня весь город знает, я никак себя не могу по тупому вести. Сейчас, Рина, амадерде, кама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 к
говорить, ёп, купите собакам корм. Да, ну, кстати, это тоже плюс репу. Мы пришли в ларек для Георгия и Алика. А, пацаны, располагайтесь. Ку-ку-ку-ки-ки-ку-ку-ку. Я сейчас отпиздить могу. Покажи пальчики ваши. Покажи, покажи. Даня Twitch FM, мой старший братик. Не стесняйся. Пойдем. О, кстати, мы поедем сегодня туда? Да, пойдем. А далеко отсюда? Полчаса. Короче, парни, мы вам можем показать место, которое чай. Есть. А? Говорю, можем показать место, в котором продаются сигары. Это профессиональный магазин сигар, типа там, как Эндрю Тейт курит, вот такие прям. Хочу бабульку какую-нибудь там найти. И что сделать с ней? Колбасу не можете найти, блядь, вон нахуй. Какую колбасу? Корм купите. Пацаны, в Грузии не продается корм для собак. Беги, все нормально, здесь 4000 битрайт. Это в магазине продуктовым лагает. Короче, мне нужно сейчас следующее задание придумать. Я думаю, Алик очень сильно высокий. А Гио не слишком высокий. Я думаю, может сказать им, пойдемте в фудкорт. Алик его возьмет на свою шею, посадит. Знаете, как ребенка сажают. И будет приседать с ним. Лайтвейт. Пойдем оттуда. Снимать тебе не понравилось, как я пою? Снимать нельзя. Кого снимать нельзя? Ну, вообще снимать нельзя. Ну ладно. А это считается задание, добрым заданием? Ты понимаешь, что если ты ему сейчас кинешь сосиску, а этот подумает, что только он ест сосиску, он его загрызет из-за этого? Я им все дам. Есть что-то острое, чтобы этот открыть? Бля. Пальцами, ну своими, брат. Я не думаю, что так получится. О. А, все. Все. Наклей, подержи. Не, пусть. И что мы купили без кожуры? Алик, где Алик? Алик, тебе нужен добрый раз. А бог кормим уже на улице. Дима, им вообще похуй. Бог! Да здесь нет шкурки, мы без шкурки купили. Ебать, они ленивые, ебать. Бойся, че с вашими собаками? Они здесь как будто питаются, бля, лучше, чем я. Мне сейчас сосиску дай, бля. А он... На него, он тут, вот тот еще. Мне тот больше всех понравился. Это за меня, да? Свинина оказалась. Скушал, потом посмотрел, да. Все, погнали. Нет, ты тоже доброе дело. Там еще собак есть, пойдем. Пойдем там покормишь. Мы уходим с торгового центра? Да. А, да. Охренеть, да. Блин, а ты понервничал? Да, брат, ну, хуй знает. Да? Мы пришли бабки тратить на своем. Да, все, никогда такого. Они не знают, что мы хотим сегодня потратить 1 миллион долларов. А то, что я с пакетом, блядь, стою, как долбой ходить. Согласен. Ходят сосиски из бумаги, 20 лар сосиски стоят, блядь. Одна. 1800 рублей, блядь. 800 рублей одна пачка? Одна пачка, две пачки. Свинины причем. Тем более. А, то есть это минусуем, кстати. Итальянские сосиски даем, блядь. Это с вашего этого минусуем, да. Просто. Я написал уже. Сразу видно, вот молодцы. Кто считает свой бюджет, пацаны? Опа. Есть в чате? Не, кроме финансово вас. Грамотные. Да, финансово я грамотный. Я вообще не грамотный, брат. Я на хуйню грамотный, только могу сказать.
Брат, он тоже делегировал свою задачу на тебя. Что за номера на Марсе были? Покажи вон мне. 78 просто. Я, короче, если буду брать 340-ю, я уже поговорил с ребятами. Можно будет мне сделать вид на жительство грузинское, и 4000 долларов будут стоить номера. Я хочу себе тоже кастом полностью сделать и въехать. 78, вот эти номера стоят 4000 долларов, это 400 тысяч рублей. Нахуй, ебан, да я не знаю, пацаны, хочется просто, блядь, номера какие-то кастомные. Типа в России все обычные, либо мне нужно брать номера там за 2 миллиона, за 3 миллиона, чтобы они смотрелись. А вы прикиньте, Керимчик написать, или N1, или NN, не знаю. Вот... Даня Twitch FM. Если купит машину в Грузии, он сможет написать Twitch FM. Аба реклама, брат. Брат, собак нету? Какая записка? Вон люди сидят в нарды играют. О! Настоящий гандон, ты что меня наебал? Это трамик. Это памятник. Они в нарды играют. Смещируются. Это у нас точка удачи. Вась, точка удачи. Если написано, ты подергаешь его за палец, удача придет. Это альбом какие-то асы? Кто это такие, пацаны? Что вы хотите, что вы думаете? Брат, собак нету. Дай снизу. Смотри, собак нету. Сейчас час пик, пробка, мы отсюда никуда не выйдем, будем тупо дорогу стримить. Это бред. Сейчас. Ага. Надо пешком что-то поделать, я не знаю. Что поделать? А, короче, что мы хотим купить? Пойдемте в этот торговый центр, вам не похуй, что они говорят? Заебывает. Не, а там уже они этим сказали, главный, уже главный приходит. Жирный. А, это главный, брат? Брат, если жирный охранник выходит, значит, это главный. О, брат, для них же это плюс реп, наоборот, что у них покупают. Похуй, брат. Поебать на тебя, брат. С большой колокольни просто вот так хуй сосал. Пойдемте. Я просто каждый раз, что подходили, вы говорили бы, нахуй оно надо, не в кайф, не в кайф, все не снимать.